На тебя смотрю я, Шурик, снова думая о том, что у нас дурак сидит на дурне, погоняя дураком. Ну чего ты пасть разинул красную? Ну чему так рад, скажи? Неужели ты за гласность хочешь голову сложить? Анонимки отменили, чтобы знать наверняка точный адрес и фамилию, и все приметы дурака. Ты же лезешь сам на ясность с вековым упорством пня, и несешь ты, Шура, эту гласность, как фонарь средь бела дня. Знать, конечно, все б хотели, кто враги, а кто друзья. Но чтоб быть всегда при деле, выдавать себя нельзя. Да ты бы брал пример хотя бы с комментаторов, браток. Это был бы для тебя бы назидательный урок. Комментаторы с улыбкой выдают сегодня то, что вчера еще под пыткой не промолвил бы никто. В то же время там, где надо, и подмажут, и лизнут, а не то с высокого кладу их убрали в 5 минут. Возмущайся, да икоты, и ори до хрипоты о явлениях природы и о ценах на болты. Но не трогай лиц сидящих у кормила, потому что кормила это их кормила много лет и учила кое-чему. А нынче все они стоят за гласность, да, твердокаменной стеной. И им уже примерно ясно, как разделаться с тобой. Выступая не по делу, ты рискуешь очень многим, брат. Но если не посадят, как Манделу, так по штату сократят. Думал ты, что можно драться, да? Если рыло не в пуху, Шура, там найдут к чему придраться. Раз уж имя на слуху, да ты посмотри на эти лица, сразу пыл сойдет с лица. А ведь это эти лица перестраиваются. А ведь это эти лица, Шура, перестраивается. Спасибо.